Всем привет! Вещает сибирский медведь, ну или Игорь, кому как удобней. Сегодня смотрим с вами игру под названием Little Hope. Игрушка у нас типа в стиле интерактивное кино с ключевыми решениями, которые могут привести к смерти или к жизни ключевых персонажей. Как-то так, собственно. Хочу посмотреть, что это вообще за игра, что она из себя представляет. Так, где у меня? Так, что у меня? Почему у меня вдруг геймпад перестал работать? А, вот все. Короче, вот так вот. Ну, долго разглагольствовать не буду, давайте просто начнем. Посмотрим, что за игра. Вот, а дальше уже будем делать выводы. Я думаю, игру уже многие прошли или уже многие видели. Я же оригинальную часть, которая была раньше, не играл, не смотрел, смотрел только обзоры, но обзор у ней разгромный, я ее пробовать не стал. Также это от создателя игры «Дожди до рассвета», эксклюзив на PS4. Вот, ну в ту я тоже не играл, только смотрел прохождение. Там, конечно, игра была шикарная. Что же у нас будет здесь, мы с вами сейчас увидим. Играть буду на геймпаде. Ну, понятное дело, что здесь поддерживается и геймпад, и мышка. Добрый день, спасибо. Да. Что такое? Впереди не проехать. Авария. Пришлось дорогу перекрыть. Ясно. Мы направляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. В жетоне дырку протрете. И давно вы в завязку? Уже почти 3 месяца. Неплохо. Я слышала, первые 90 дней самые тяжелые.
Знаю, это глупо, но мне все равно легче, когда он при мне. Мы не туда едем. Ерунда, небольшое. Это не ерунда. Спокойно, все хорошо. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Дела. Довольно-таки клишированная такая тема, конечно. Человек, ну или точнее ребенок на дороге, не справились с управлением, упали. Странно, что не в кювет, кстати говоря. Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. 4-й раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Ты придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может, будь у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне не из-за этого тяжело? Не только тебе тут тяжело! Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна! Я не шучу! Не сейчас! Не сегодня. К черту. Таня опоздает. Это ее новая фишка. Используйте. Так, выбираем, получается. Да уж. Ну хоть кому-то из нас весело. Оставь ее. Да мне его жалко. Парень явно ей не пара. Что-то я не успел выбрать. Этот его стрёмный New Age напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Великий альбом. Слышь, перестань её лапать. Годзилла, разуй глаза, тут же пластинки. Не надо с ней так жестко. Она случайна. У Меган все происходит случайно. Замерзла. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налокался? Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Он чуть сквозь дверь не вошел. Хорош папаша, а? Они все время ругаются. Одно и то же. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я 1000 раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливей? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. К
как будто она в прошлой жизни сержантом была. А с ним-то что? С ним? Да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. Эй, Деннис! Эй! Не сейчас, я занят. Эй! Успокойся ты! О! Боже! Напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Я просто хочу принять ванну и отдохнуть от этого дурдома. Походу, девчулька-то тот еще бес. Раз вспоминается фильм «Трудный ребенок», да? Может, поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Меня это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются? Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Меган наверху. Посмотри, как она. Если ты не слишком занята. Пойду к ней. Нажимайте и удерживайте так бампер, чтобы поднять предметы. Используйте, чтобы осмотреть и выполняя некоторые действия, вы можете обнаружить секреты. Найденные секреты можно посмотреть на экране коллекции и персонажей. Так. Нукс. Спички. Ну, спички как спички, хз. Слушай, там, по-моему, газ работает. Это нормально? Они бомбанет, ничего? Нет? А, нормально. Я думал, просто газ уже включил. Не показали же, как он его включал, правильно? Офигеть, вот этот чайник. Просто. Ну, хотя какие года. Так, нажмите на кнопку изменения на... Ну-ка. О, мини-игра, мини-игра. И все, только одну кнопку нажимать. Короче, крадемся по стелсу и тыкаем аккуратно необходимые кнопочки. Как он громко схватил пульт. И сейчас батя такой... О, разбудил. Посмотри за своей сестренкой, ладно? Мама беспокоится. Ничего, пап. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Батя такой есть, страдалец, бедолага. Так, и наконец-то нам дали возможность поуправлять. Нам надо узнать, как там дела у Тани. А батя, короче, сразу просто хоп и дальше в отключку, да? С одной бутылочки пивчанского. Блин, слабаки. Это не то, что у нас тут херачат литрами водку, да? Открыть. Зачем надо открыть? Надо наверх подниматься. Камеру управлять мы не можем. Эй, Таня! Танья! Ты там? Нет. Как дела у Меган? Блин. Не знаю, не нашла ее. Давайте потише. Здесь люди спят. Вот и про... Доигрался. Цербер проснулся. Хрен с ним, найди Меган. Иду, иду. Будь любезен. Не ори хотя бы пару минут. Очень хочется тишины.
Да. Ты ведь у нас всегда такой тихий. Слушай, остряк, у меня был трудный день. Из-за чего вообще вечер? Проверял, как там Таня и Меган. Ну, удачи вам. Меган не подарок. Интересно, да? То бишь мы крались на цыпочках, чтобы убавить звук у телевизора, но при этом вышли в коридор и такие: «Как там Меган?» На весь дом. Ай, прикол. Прикол, мне нравится. А что нам надо сделать? Чё? А у бати нельзя бутылочку пивчанского отжать, я бы выпил. Для настроения, так сказать. Так, наверх я подняться не могу. Вообще, наверх надо, наверное. Ну, давай смотрим дом. Открыть. Я могу выйти. Ну-ка, могу я выйти, кстати? Ну, короче. Выйти мы не можем. Мы заперты дома. Мы не глава семьи, у нас ключей нет. Мы просто так. О, что это? Меган, оценки, что ли, получается? Или что это такое? Энтони, где тебя носит? Энтони, куда ты провалился? Энтони, это уже не смешно! Что случилось? Энтони, если ты мне сейчас не ответишь... Ты прав насчет моей семьи. Я согласна. Таня, что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Сейчас открою, только полегче с ней. Минуту. Ой, горим. Черт! Меган! Ты там? На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? Меган! Мама! Да куда все делись? Энтони! Спаси! Что спаси там, блин, первый, второй этаж ему, прыгай в снег ему, какие проблемы-то? А вот им нужна помощь. Эй! Энтони! Эй! Наверху! Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Энтони, где ты? Давай Тане поможем. Хотя что там помогать, она могла бы сама спрыгнуть. Да девчонка нахрен сгорела. Энтони! Сюда! Что мне делать?
прыгай, блин. Давай на трубу. Попробуй слезть по водосточной трубе. Ну в дом-то точно смысла не держи, там уже угарный газ. Если она сейчас упадет и умрет, это будет такая лохушка года. Да ладно. Нормальное начало. Это что, конец игры, что ли? Я что-то ничего не понимаю. А, не, еще один живой сами. Ничего сейчас. Как пельмешка на вилочку. Начало, ну, немножко бредовые моменты, конечно, есть. Ну ладно, не будем их осуждать. Закрутили, конечно, не мощное начало такое. Короче, девчушка с каким-то бесом дружбу ведет. Ну, тоже такое довольно-таки пельше. И мощное. Ну ни черта себе, вот это саундтрек.